Здорово, скамбургеры! Сегодня в этом видосе я вам покажу небольшой такой лайфхак, как быстро и просто обнаружить ящик, который спрятан в дереве, чтобы дабы не рубить дерево каждое и проверять, а просто сразу изначально узнать, где находится спрятанный ящик, который спрятал ваш противник. Ну что, снова распространяем фишечки в сеть YouTube, чтобы все знали, все пользовались, все искали. Игра усложняется, таких контент-мейкеров становится все больше и больше. Кого-то смотрят много, кого-то не очень. В итоге все это сопоставляется, и получается, что общая картина можно собрать, я не знаю, столько всего, что ты будешь просто богом в этом скаме. По лайфхакам, по всяким ситуациям и, соответственно, так далее и тому подобное. Этому лайфхаку я научился, еще играя на скам-лиге первого сезона. Когда там было в правилах указано, что нужно было собирать глазики из зомбарей и хранить их в шкафах. Не в сундуках, не в машинах, а вот именно в шкафах. Подсчет был глазиков именно в шкафах. Поэтому люди, которые играли на скамлиге, они в большей степени базы не строили. А базы строили только те, кто либо заядлый игрок, такие как, допустим, объединенные сквады. Там было всего лишь 4 человека. Поэтому фишка в чем? Мы видим деревья. Постарайтесь на глаз определить, в какой из этих вот раз, два, три, четыре, из этих 4 деревьев вы бы спрятали свой ящик или шкаф, допустим, да? Также флаг можно поставить туда. Но я не советую категорически это делать, потому что на разных серваках разные правила, и за это можете получить бан. Поэтому не переусердствуйте, и, в принципе, вообще я не фанат того, что флаг ставят в дерево, потому что считается это багаюзом. Ну и, в принципе, ящик тоже со шкафом. Но на скамлиге это не запрещалось. Поэтому я думаю, что если на официальном сервере от разработчиков, грубо говоря, было нормально, то и в других серваках тоже будет нормально. Поэтому подходим к дереву. Нажимаем кнопочку V, чтобы встал в боевую стойку. Ложимся и смотрим в дерево. Ничего нет. Соответственно, здесь пусто. Рубить его не нужно. Время вы не потеряете. Подходим к следующему дереву. Ложимся с нажатой кнопочкой V. Когда вы просто отпускаете, то он не будет. Когда ползете, он сразу ныряет в дерево, и вы от первого лица видите, что находится внутри этого дерева. Ничего нету, да? Подходим к другому дереву, и, соответственно, что мы видим тут ящик. Хотя снаружи его тут нету. Поэтому такой лайфхак. Вот второй ящик. Пользуйтесь. Играйте, кайфуйте, балдейте, грабьте. Издевайтесь, я не знаю, что еще сказать. Это скам, выживает сильнейший, кто больше знает. Как знаете, поговорка есть. Информирован, значит вооружен. Давайте, ребят, всем удачи, всем пока. А и кстати, друг, не забудь подписаться на телеграм-канал. Там всякая разная фишечка выходит. Порой даже я там показываю тесты и прочее. И это не Бусти, там все бесплатно.